местные дети любят играть в снежки. Многие уже умеют лепить снежную бабу, а злые мужики с усами прут мешки. Щедро посыпают мир наиболее слабых. Зима, холодно, люди замерзают, и снег двух видов выпадает в столицу. Заносит двойная вьюга, одну приносит с севера, вторую нам привозит с юга. Один снег нам дарит небо, второй везут Деды Морозы, таджики и негры с подарками в недрах своих желудков, либо большими фурами с последним урожаем фруктов. Тут идет расфасовка продукта, подготовка продукта к московским муткам. Этому способствуют погоны на серых куртках, обеспечивая безопасность снежных маршрутов. Я видел снег позапрошлым летом, почти забыл об этом, просто мысли рождают куплеты. И вряд ли меня можно назвать поэтом, просто я на этом 2 года где-то убивал кеды. Подарков ждут все девочки, мальчики, фуражки, начальники, злобные хачики, святые источники, красные шапочки, больнички, ой, мамочки. А летом и осенью все вроде как бы затихло, эти все бросили, тех вроде как бы не видно. Прикольно наблюдать, начинают снова вылезать, спалиться боятся, но не особо стесняются. Для интереса решил пробить на днях, все ровно, 5 сек, офигительней в камнях. Тут предпочтительнее оставаться зрителем, это не остановить, я вспоминаю про родителей. Чего они только не видели, из квартиры пропадали стерео, видео, золото, телефоны, тостеры, кофеварки, столовое серебро и кожа, даже когда жарко. Арбат в пакете, бабушкина икона. Бля, если б видел меня кто-нибудь с района. Но скупщики предлагали слишком много, не впарил, висит на месте, слава богу. Выхина в холодном подъезде, жду барыгу на Кумаре без копейки. Прошу в долг половинку, облом меня корчит. 2 часа ночи, метро кончилось, выбирайся отсюда как хочешь. Вышел из подъезда, там местные, ну те, что из другого теста. Один питбуль, один лонсдейл и 2 эверлеста. Что было дальше, интересно? Подарков ждут все девочки, мальчики, фуражки, начальники, подтяжки, хачики, святые источники, красные шапочки, больнички, ой, мамочки, доктора, шарлатаны, гипнозы, йоги, иглоукалывания. Все все знают и все в один голос твердят, что 8 из 10 ребят у них выздоравливают. Я не говорю, что я красавец, типа справился и сейчас ничем не убиваюсь, и мало ли, холодный зимний вечер захочу погулять налегке по Замоскворечью, встретить красную шапочку пьющую из святого источника, упасть на лавочку в парке Репина, вспомнить как плющ и залипнуть 1.5 часа. Подарков ждут все девочки, мальчики, святые источники, красные шапочки, фуражки, чиновники, красные шапочки, подтяжки, больнички, ой, мамочки, ой, мамочки. Ой, мамочки, днем передышу, днем а по ночам пишу, о том, что вижу, о том, что вижу, пишу, о том, что вижу.